Всем привет! Сегодня у меня тема перекись водорода, 3%. Я готовлю ее из 11, почти 12%, развожу и использую. Я неоднократно в несколько видео уже рассказывала, насколько это чудодейственное средство. Хочу, может быть, дополнить к тому, что я говорила. 3% перекись водорода, она безопасна. Ее, конечно, не надо литрами глотать, ложками даже. Надо знать, что перекись водорода вырабатывается организмом нашим. И легкие, и кишечник, иммунная система вырабатывает перекись водорода. У 3% перекись водорода большой спектр применения. И стоит взять ее на вооружение и использовать чаще, может быть. Конечно, вот как у меня здесь бутылочка, здесь 3%, это у меня вот во всех углах дома стоит. И также берется с собой на улицу, в магазины, ну, там, где большое скопление людей. Это делается не для того, чтобы там боясь чего-то. Нет, это просто нормальная гигиена, которая должна, в принципе, всегда существовать. Никогда там пандемия или еще какие-то угрозы существуют. Нет, это надо взять в себе в привычку и дезинфицировать руки после улицы. Можно до улицы также защищать себя. Также ротовую полость побрызгать или в рот взять и подержать минутку и подождать, пока образуется пена, и выплюнуть. Все, не надо полоскать ничего, несколько раз может выплюнуть, потому что пена образуется, и все, это защита, она сразу идет, чистит и носоглотку, и очень хорошо действует на ротовую полость. Вот, и также перекись водорода хорошо, допустим, вот где-то какие-то пятнышки, вот на руках бывают пятнышки, на лице эти пигментные пятна также, да, хочу сказать, вот на руках часто бывают пигментные пятна, и они называются старческие, это не так, никакой не старческие, это недостатка селена, просто организму необходим селен. Перекись водорода 3% очень хорошо, если, допустим, простуда или горло. Так же самое ее ложку столовую в рот и прополоскать чистой 3%. Не надо бояться, но не надо глотать. Даже если случится, может быть, что случайно глоточек сделали, то надо сразу не пугаться, а сразу воду выпить достаточное количество и все. Я хочу еще сказать, что перекись, если она открыта, ее надо всегда закрывать, чтобы она все плотно была закрыта. Потому что если оставить открытую или в стакан налить, допустим, или развести с водой и оставить, то она через 20 минут там не будет перекиси, будет вода. Перекись водорода 3% у меня здесь. Можно дезинфицировать помещение, освежить его. Хорошо для мелирования волос. Осветляет волосы и делает такой красивый оттенок. Это такое хорошее чудодейственное средство, которое я просто напоминаю, что чтобы не забыли и вспомнили и пользовались. Профессор Нюм Вакин, который, у него очень много трудов, видео также в интернете очень есть, где он рассказывает подробненько. Там он рассказывает даже, как можно внутрь принимать по каплям. Вначале он говорил по каплям, потом можно чайную ложечку на стакан. Все прекрасно принимается организмом, и только польза. Еще хочу напомнить, у Нюма Вакина тоже есть, где он упоминает об этом методе для милых женщин, для женского организма, который часто страдает. Делать спринцевание на 700 миллилитров теплой комфортной воды, добавить одну столовую, чуть-чуть даже больше можно, 3% перекись водорода. Это очень такой эффективный и полезный метод. Пользуйтесь, пожалуйста.
Я надеюсь, что мое напоминание будет для вас полезным. И я желаю всем здоровья, будьте здоровы, счастливы. И до новых встреч!